Верхнюю не снимал, там нет шурупа. Только раз, два и три. И здесь тоже шурупа нет, на наклейке. Только три штуки. Вот эти. Раз, два и три. Ну, глючить начало. Левая кнопка не в FL не работает, невозможно ничего. Что упало? Невозможно было нажимать уже. А та не ходовая, правая. Вот и поменял местами. А покупать новую слишком сейчас они дорогие. Это покупалось до повышения. Сейчас она 600 гривен стоит. Если не 700. Тогда брал, наверное, 1 гривен. Да за 300, это если не меньше. Не помню. Даже может 200 с чем-то. Ну все. Почистили заодно. Поверху еще надо почистить. Ну вот теперь всем подробно нажимается. Сразу чувствуется отличие между правой и левой. Так, все. Паяльник включаем. Кто посмотрел, спасибо. Вот знать.